Что будет в новом эпизоде, где вы родились, это ваша судьба. Сможет ли Зейнеп найти Бинала? Мюйган ребенку, что теперь будет? Смогут ли Борис и Зейнеп пожениться? Азлям возвращается в Америку? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Зейнеп и Борис поженились и были счастливы, не забудьте поделиться нашим видео. Зейнеп была очень впечатлена освобождением Биналом дочери. Она вспоминает времена, когда мать бросала ее и ставила себя на место ребенка. Поэтому он будет очень стараться найти Бинала. Однако усилия Зейнеп были напрасны, и она не могла остаться со своим ребенком, потому что боялась того, что сделает Бинал Мехди. Если бы он действительно слушал Зейнеп, Мехди все равно не забрал бы ребенка у Бинала. Юридически ребенок нуждается как в матери, так и в рабочей среде, где сейчас работает Мехди, не подходили для него. Но вместо того, чтобы сражаться, Бинал решил бежать и отделиться от своей дочери. Как только Мехди услышал, что Бинал ушел, он пришел и забрал свою дочь. Независимо от того, насколько люди там не согласны, в конце концов, после матери ребенка Муджган ближайшим из них является ее отец, Мехди. Мехди будет тяжело ухаживать за младенцем в одиночку, Муджган найдет для него очень хороших воспитателей и постарается не позволить ему жить в отсутствии матери. Однако Зейнеп будет непросто, так как Бинал доверил ему ребенка. Чтобы вернуть ребенка от Мехди, он обратится в суд. В качестве документа он будет процитировать письмо, оставленное Биналом, и несоответствующую жизнь Мехди. Поскольку Зейнеп будет заниматься всем этим, ее отношения с барышом будут затронуты. Несмотря на то, что барыш защищает Зейнеп от своей сестры, Зейнеп все равно будет неловко ее интересовать Мехди и ее ребенок. Он спланирует их брак как можно скорее, попросив, чтобы Мехди был отцом ребенка Муджгана и не встал между ними. Они начнут планировать свою жизнь и сделают так, чтобы спросить дядю. То, что произошло, похоже, оправдывает Азлема. Азлем естественно хочет защитить своего брата от беспокойной жизни Зейнеп. Однако то, как он шел, и то, что он делал, заставило его неправильно понять. Я думаю, что Азлем не вернется в Америку. Он будет продолжать следить за отношениями барыша и Зейнепа на расстоянии и защищать своего брата. Я надеюсь, что Азлем не будет оправдан, и если это произойдет, она будет обвинять своего дядю и своих братьев в том, что они не слушали ее. Также, если вы хотите вкратце вспомнить, что произошло в последнем разделе, вы можете посмотреть оставшуюся часть нашего видео. После предложения о руке и сердца Зейнепа и барыша, отпраздновав их счастье обедом, Бинал позвонил Зейнепу и сказал, что Мехди запер его в комнате и попросил о помощи. Они поссорились с Ноем после его переезда к Мехди Биналу. Получив эту новость, Зейнеп и барыш немедленно отправились туда. Бинал и Мюджган забрали ребенка и ушли. Он поговорил с Амини Зейнеп и рассказал об этом людям дома. Услышав это, люди в доме очень расстроились. После этого барыш и Зейнеп вернулись домой с Биналом и младенцем. Пока Бинал рассказывал о том, что произошло, Зейнеп и барыш должны были сказать, что они решили пожениться, когда он сказал, что Зейнеп за мир назвала Мехди человеком, на котором я выйду замуж. Как всегда, жительница отреагировала на это решение и уехала. Зейнеп проснулся с телефоном барыша утром, и барыш запустил кольцо, которое он не мог носить вечером с воздушными шарами перед своим окном. Потом они вместе выпили кофе и обсудили, что делать дальше. Ной сказал, что не может больше стоять, и попросил Джамиля принять решение, либо остаться с Мехди, либо пойти со мной. Джамиль сказал Ною, что собирается поговорить с Мехди, и отправил свои чемоданы с Ноем. Затем он позвонил Мехди домой, чтобы поговорить. Те, кто были дома, сомневались в решении Зейнепа. Зейнеп наскучила сомневаться в ее решениях, и она не хотела, чтобы кто-то вмешивался и не сбивал с толку. Барыш вернулся домой и сказал, что, пока все сидели за столом для завтрака, он сделал Зейнепу предложение. Пока ее сестра была очень расстроена, дядя взволнованно обнял барыша за шею и поздравил его. «Нух,
задавшись вопросом об Инале и Зейнепе, подошел к Зейнепу и сказал, что они уйдут от Махди. Все они поддержали Ноя и сказали, что могут остаться с ними, пока они не уладят свои дела. Когда Азлим предала себя и сказала, что продолжила эти отношения, хотя говорила с Зейне бен Ермин. Мир, война и дядя были очень зол на него. Местный житель посоветовал Биналу, что это неправильно, если он не ест и не запирается в комнате, и что он должен думать о своем ребенке. Имени и Султан Ханым пришли в дом Бориса. Султан рассказал дяде Али-Ризе о переживаниях Бинала. Дядя Али-Риза хочет сказать, что хочет жениться на султане, но не может. Когда Имени собиралась в Саваш, он подслушал разговор барыша и Саваша. Война предупредила ее, чтобы она не смотрела на чушь сестры и что, если она и Зенья разойдутся между собой, это будет плохо. Он привел Джамиль и Мехди к могиле Муджгана и попытался объяснить, что Махди делал не так. Дамы Сакиния и Нермин, в то время как Муджган любит ребенка, Азлим стоит у дверей. Когда Азлим болтал взад и вперед и делал глупости, миссис Сакен, миссис Нермин и Зейнеп уволили ее из дома. Дядя Али-Риза болтал с султаном Ханымом, чтобы узнать, каковы будут его пожелания. В то время как дама султана высмеивала ее, дядя Али-Риза был удивлен, когда она сказала, чтобы поцеловать ее в губы, и дама султана смутилась. После кладбища Мехди привел Джамиля к Зейнепу и хотел поговорить с Биналом. Он предупредил Бинала, чтобы он не разлучал меня с моей дочерью, но когда Бинал сказал, что не отдаст ему ее дочь. В конце концов, Махди сказал, что бы ни случилось, у меня нет никого, кроме моей дочери. Пока дама султана и Али-Риза болтали, подошла Азлим, и когда она говорила о Зейнепе, дама султана не могла устоять. Когда она вышла в Азлим, Азлим сказал ей посочувствовать и заставил замолчать. Султан Али-Риза сказал, что не ответил на вопрос Азлима и дал ему некоторые права. Барыш подошел к Имени Саваш и рассказал о том, что Азлим пошел к ним и говорил о том, чтобы оставить Зейнеп. Саваш рассказал об этом барышу, даже если Имени этого не хотела. Зейнеп, ожидавшая в своей машине у дверей, подошла к ней и попыталась убедить ее, что она поступила неправильно. Но Махди не собирался быть убежденным в этом вопросе. Все дома пытались привести Бинала в порядок, желая поднять его. Нух и Джамиль предприняли действия, чтобы начать новую жизнь. Он нашел барыша Азлима и попросил его дать отчет. Азлим сказал, что Зейнеп не любит барыш и не считает барыш врагом. Услышав этот аргумент, султан Ханами и Мини вернулись в свои дома. Дядя Али-Риза извинился перед ними и сказал, что они позвонят Баришу и Азлему и поговорим после того, как они уедут. После того, как он отругал дядю Азлема и сказал ему, что он выходит за рамки своих возможностей, он сказал, что Бариш и Зейнеп любят друг друга и что они поженятся. Тогда Азлим сказал, посмотрите, кто вы, и оставил их. После того, что сказал Бариш Ведай, Азлему стало очень скучно. Бариш позвонил Зейнепу и предложил выйти. Они вышли, и Бариш заявил, что он очень смущен тем, что сделала его сестра, и что он перед всеми извинится. Зейнеп думает, что они поженятся, но их мать будет всему мешать. Он сказал, что мы будем очень счастливы, когда поженимся в Барыше. Когда Зейнеп попросила Джамиля остаться с ними, Джамиль сказал ей, что они хотят установить свой собственный порядок. После того, как Джамиля сказала, что сердце Зейнеп было очень красивым и что она не может отдать должное, они пожелали друг другу удачи в будущем. Когда Ной рассказал об ошибках Махди, он сказал ему, что все неправильно его поняли и не могут быть разлучены с его дочерью. Позже Нух сказал, что он и Джамиля уйдут и создадут свой собственный порядок. После того, как султан вернулся домой, Сакиния и Нермин рассказали даме то, что они слышали. Миссис Нермин очень разозлилась на то, что она услышала, и, когда она двигалась от гнева, боль в спине усилилась. Муйган Бабы стал мечом для снятия стресса для тех, кто находится в доме. Поскольку Бинал рос один, тот факт, что они так заботились о его дочери и любили ее, сделал его очень счастливым, и он плакал. Он ушел с Джамилем Нухом, чтобы установить их новый порядок.
Уходя, он сказал Беналу, что они заберут их с собой после того, как наведут порядок. Когда Джамиль спросил Ноя, где остановиться, Ной сказал ему, что сам не знает, и отправился в путь. Мигди смотрит на свой старый ящик с инструментами и мечтает о прошлом. Бинал в слезах прощался со своей дочерью Муджган. Несмотря на мольбы Азлема Саваша, он решил уйти и попрощался только с Савашем. Бинал спросил Сакину, как он покинул Зейнеп и как он принял это решение. Сакине также объяснила, что ему было очень сложно. Когда Бинал спросил себя, как продержаться, пока он описывает, Сакин услышала это и сказала ему, что ничего не стоит оставлять ее дочь. Когда Барыш выходил из дома Зейнепа, он спросил, как дела у Бинала и ребенка и когда они уедут. Когда Зейнеп сказал, что мы этого не планировали, и когда Барыш сказал, что вы тоже это запланируете, Зейнеп сказал, что невозможно будет спросить гостя дома, когда он уйдет. Как только Зейнеп вошла в дом, она подошла к Биналу. Бинал разговаривал по телефону со своей сестрой, помогающей ему в то время. Когда пришла Зейнеп, она закрыла дверь и рассказала ей о своем отчаянии. Зейнеп была очень удивлена, когда Бинал спросил, позаботится ли она о своей дочери, если что-то случится. Позже Бинал рассказал, что ему доверили дочь. Чувствуя, что мать собирается его отпустить, ребенок заплакал. Когда Бинал не смог успокоить свою дочь, Зейнеп взяла его, и ребенок Мюджган замолчал, когда она получила его. Пока султан Нермин массировала свою боль в спине, Сакин рассказала им о своем разговоре с Биналом и заявила, что ей было не по себе. Нух и Джамиль поселились в отеле, в котором не нашлось жилья. Джамиль пообещал Ною, что отныне все будет красиво. Бинал оставил своего ребенка рядом с Зейнеп с письмом, пока все спали по ночам. Проснувшись, Зейнеп очень удивилась, увидев ребенка и письмо. В то время как Барыш был расстроен тем, что его сестра не попрощалась, дядя сказал ему не беспокоиться об этом и что он придет, пока идет свадьба. Барыш Султан позвонил даме и сказал, что они хотят прийти к ним, чтобы спланировать свадьбу. Тем временем они поняли, что Бинал оставляет своего ребенка и уезжает. Они читали оставленное им письмо и гадали, что им делать. Когда Нермин попросила сообщить об этом ее отцу и тете, Зейнеп позвонила Махди, хотя она и не хотела. Они вызвали полицию и рассказали ему о потере Бинала и опасениях, что с ним что-то случится. Алириза Бей и Бариш Зейнеп пришли за ними, Махди пришел забрать ребенка. Но когда Зейнеп не захотел отдавать его ему, Махди вошел, чтобы забрать его силой, и, несмотря на мольбы Зейнепа, он не послушал его, взял ребенка и ушел. Мы подошли к концу еще одного видео. Вы можете поделиться с нами своими мыслями о нашей серии в комментариях. Береги себя. До свидания.